На проспекте Баграмяна появились силы, реальная цель которых не проблема подорожания энерготарифов, а создание в стране дестабилизации и столкновений. Они выдвинули на первый план не социальную или экономическую составляющую проблемы, а непонятные и бесперспективные политические амбиции, говорится в распространенном вечером в субботу заявлении Овика Абрамяна. Мы пристально наблюдаем за ситуацией в Ереване, следите за нашими обновлениями. Подписывайтесь на наш канал и получайте еще больше свежих и интересных новостей со всего мира, а также заходите на наш сайт. Всем пока!